Таким образом, искусственно замедляя движение, мы делаем его более осознанным, более здоровым, более обучающим и образовательным. Теперь насчет гармонии сфер. Это очень сложное понятие, и возникло оно еще в Древней Греции. Потом оно подзабылось немножко, теперь его реанимируют, потому что в нем есть глубокий смысл. Гармония сфер предполагает, что человек чувствует, понимает, знает сферы, которые его окружают, и пытается быть с ними в гармонии. Да, если это человек, то замедляясь, мы приближаемся к космосу, космическим сферам.